Дорогие друзья, у нас замечательный город, и я бы хотел обратить внимание, часто бывает по весне и в начале лета вдоль дороги мы видим, как ходят такие автопылесосы. Вот у нас здесь на Лихачевском проезде и по городу они собирают вот эту пыль. Вот эта пыль, она накапливается, потом проходит дождь, оно разносится на машины, и без дождя машинами разносится по городу, по улицам. Потом мы этим дышим. Мы, когда я говорю «мы», я имею в виду мы все. Взрослые, тети, дяди и наши детки. Обратите внимание, я утром одеваю белую рубашку, а вечером в 6, в 5 я снимаю, она такая черная. Это означает не в том смысле, что у меня там шея грязная, а в том смысле, что пыль крутится вот в этом районе. Когда я выхожу на улицу, она осаждается. Это означает, что мы дышим, что человек дышит. Но человек на этом уровне, мой рост 190, а представьте ребенок, он размером ростом 100-120. Почему это происходит? Вот сними, пожалуйста, Ром, вот эта пылюка. Смотрите, целый мешок можно собрать. Откуда она берется? Все очень просто. Вот верхний слой земли, у нас в этом проблема. Верхний слой земли, он выше бордюра, обратите внимание. И то, это уже здесь после того, как наши братья-таджики, ребята здесь рабочие, все это убрали. Видите, надстройка. Обратите внимание, сколько? Сантиметров 20, наверное. Во, смотрите. И когда дожди, пыль, все это сносится, и где вот машины, видите, машины разнесли. Но вот оно, вот этим вот мы дышим. А дождь смывает это все на машину. Вот, Ром, сними, пожалуйста, вот он, высокий нарост. Вот. Понимаете? На восточном побережье США есть такой город, называется Нью-Йорк. Я там учился на курсах, и они там эту проблему решили каким образом? Они поставили высокие бордюры сантиметров 45. А растения сделали за бордюрами, ниже. Таким образом, пыль, бордюр вот так, понимаете? А вот земля здесь, за бордюром. Поэтому пыль там, земля, сохраняется. И когда-то еще, лет 20 назад, я написал письмо Лужкову. Но по телевизору показали, как руководство, тогда я жил в Москве, сказали, что мы купили новые пылесосы немецкие. Прошло время, я увидел у нас здесь, вот прямо здесь, на этом Лихачевский проезд, идет такой оранжевый пылесос. И у него труба, и он вверх собирал эту пыль оттуда. Шу! Представьте, как дома вы делаете уборку, а вдруг у вас фильтр вылетел, и вся пыль, у него вверх, как дал, как паровоз. Из окон нашего бизнес-центра люди начали снимать. Он идет. Потом этот парень или руководитель этого хозяйства, он признался, говорит, да, там что-то сломалось, вылетело. И, кстати, руководство города, они его спрашивали, в чем дело. Но смысл, что есть пылесосы, которые стоят дорого, они собирают пыль, но это получается деньги на ветер. Собирать пыль – это все, что снег убирать, когда он падает, понимаете? Она снова образуется. Нам надо сделать, я повторяю, дешево, но при этом сердито выстроить бордюры. И это сделал Сергей Семенович Собянин. Поезжайте, не надо ехать в Нью-Йорк или в Амстердам. Поезжайте, Москва. 2 километра от МКАД. Наша. Вот она, прямо здесь. Улица Дыбенко.
Это метро Ховрино. И он там вырезал и сделал. И там красиво, но там дорогой такой бордюрчик, сантиметров 45, наверное. Сверху такая лужайка зелененькая. Все очень цивильно, все очень красиво. Вот. Или Алтуфьевское шоссе. И вообще вот представьте, я обращаю внимание, вот посмотрите, вот этот верхний слой земли, его надо снять. Землицей Господь нас не обидел, но относиться к ней нужно бережно. Вот мы, девушка какая красивая идет, как замечательно. Давайте вот здесь. Вот этот верхний слой, это сейчас травка его держит, эту землю. Вот обратите внимание, с другой стороны. Я сейчас перейду дорогу, рискуя жизнью. Дорогие друзья, видите? Вот бордюрчик. Вот он сам какой ширины всего, 20 сантиметров. А вот сколько земли. Вот она, наша родина, наша земля. Вот только она рассыпается и сыплется вдоль дороги. Спасибо, спасибо. Смотрите, видите, вот это. Вот этим мы дышим, целый слой. Нам нужно сделать бордюрчик, поднять. Но не такой, как... Спасибо, спасибо большое. Спасибо, друг. Ну, не такой, как сделал Собянин Сергей Семенович. Это глава большого, богатого города. Нам хотя бы пластиковый поднять. Главная задача – оградить землицу нашу родную, чтобы она не стекалась. Потому что этот бордюрчик маловат, видите? Ой, меньше телефона. А здесь вообще обглоданный. Это большая-большая проблема. А в зубах. Идешь по улице Спортивной, у нас на улице Спортивной очень узкие тротуары, сделаны для каких-то вьетнамцев, очень-очень узкие. Люди идут там с колясками. Поэтому, пожалуйста, подумайте этот вопрос, продумайте. В некоторых местах, не буду обращать внимания, вот там есть подымается, ну, Ром, покажи, там 45, вон над дорогой, земля, бугор. И это в городе тоже, мы сейчас проедем, снимем. То есть вопрос актуальный. Не то рубашка грязная, а это значит, мы все дышим. И депутаты, и главы городов, мы все дышим, прожевываем. И еще обратите внимание, у меня первое образование медицинское, мой рост 190, а идет женщина с ребенком. У ребенка возраста маленький, он идет, это означает, что отравляющие вещества пыли, она чем выше поднимается, тем ее меньше, ветром разносит. А чем она ниже, тем больше, понимаете? У нас по статистике рост аллергических заболеваний у деток, у наших. Поэтому, обращаясь к мамам молодым, идете вдоль дороги с ребенком, держите ребенка не на сторону дороги, а ближе к дому. Мне рассказывал один врач, что дозировка отравляющих веществ на один шаг ближе к дому уменьшается в разы. Понимаете? Вот ближе к дороге, вот я сейчас покажу наглядно. Вот она, жижа. Вот смотрите, дорогие друзья, идешь вот здесь вдоль дороги, ты получаешь, ну, условно говоря, там 100 грамм отравы, как химии. А если вот шаг в сторону, уже 85. А если еще, то уже меньше, 75. Идите, старайтесь ближе к стене и подальше от дороги. Вывод. Я обращаюсь к нашим депутатам, властям города. Пожалуйста, продумайте. Это решение вопроса, этого бордюра, снимет количество заболеваний, снимет проблемы, люди перестанут кашлять, выплевывать. Плюс у нас и так по себе, мы живем в северной стране, и так по себе питание там не ахти, мало витаминов. У нас и так вот хватает. Поэтому, пожалуйста, поставьте. Я говорил, Сергей Семенович Собянин сделал... Чем они топят свои машины, с ума сойти. Сергей Семенович Собянин сделал шикарные, надо проехать показать, бордюры такие... Гранитные, что ли, они красивые. А мы можем сделать пластик, поставить. Вот представьте, пластик метр
метр высотой и жух его на полметра столбиками. Жух! Красивый, там нанести. Кстати, есть такая страна, Канада, у них там вот эти такие же сделали бордюры, там рекламу. Они запустили и оплатили, компенсировали. Очень надеюсь, что буду услышан. Спасибо, с уважением, Ремер. Поехали дальше.